Друзья, всем привет! Сегодня на канале AlexShare Обзор IT мы с вами рассмотрим, как удалить папки из быстрого доступа, новые папки, которые появились на Windows 11 версии 23H2. Смотрите, на ранних версиях Windows этих папок не было, вот, на новой версии они появились. А если зайти, например, в проводник, да, мы видим, что появились две папки, главная и галерея. Также есть еще одна папка, у меня ее нет, потому что я OneDrive удалил. Вот, если вы удаляете, эта папка, в принципе, также удаляется. Вот, ссылочку на удаление я оставлю в описании, как я удалил это облако ненужное, которое на территории России также не работает. Вот, сегодня мы с вами будем удалять вот эти две папки и OneDrive, которые третья, возможно, у вас есть. Давайте быстренько пробежимся по этим папкам, посмотрим, что они вообще из себя представляют. Возможно, они вам понадобятся. Главная папка, мы видим, что здесь появляется быстрый доступ и избранная. Это, в принципе, та папка, которая немножко копирует наш пуск, да, видим, да. То есть закреплено и рекомендуем. Вот, здесь, в принципе, есть то же самое. Вот, также у меня, видите, есть все папки здесь вот закрепленные. Вот, смысла мне в этой главной папке нет. Если у вас все то же самое примерно как у меня, в принципе, от этой папки мы можем избавиться. Следующая папка — галерея. Здесь мы с вами видим также какие-то последние фото, которые хранятся у вас не в изображениях, а они хранятся у вас вообще по всему компьютеру. И вот эта вот галерея, она как бы собирает все файлы с расширением JPEG, PNG там и так далее, да, веб еще есть формат. Вот, и здесь вам, в принципе, отображает как быстрый доступ. Если вам это нужно, вы оставляете. Также мы видим, что здесь вот по годам, да, вот есть что-то у меня и за 20, за 20-й год, за 19-й, в принципе, вот здесь вот можно, да, посмотреть, да, вот видите, различные фото в галерее. Вот, также, если они вам нужны, оставляйте, не нужны, я вам сейчас покажу, как это дело, в принципе, все убрать. Мне это не нужно, потому что я знаю, где у меня какие документы находятся, вот, и не вижу смысла оставлять лишние папки у меня, ну, на компьютере. Вот, для того, чтобы нам удалить все эти папки, мы с вами переходим к командной строке «Пуск», командная строка правой кнопкой мыши, нажимаем «Запуск от имени администратора». Вот, и мы будем вам добавлять команды, которые добавляются в реестр. Вот, почему я не хочу делать это через реестр? Ну, во-первых, это очень долго, то есть для каждой папки нужно искать определенный путь, создавать определенный раздел, создавать определенный параметр. Вот, для вас это будет сложно. Самое простое — это запустить три команды в командной строке. Итак, я открываю свой текстовый документ, четыре команды, да, и добавляем сначала вот этот параметр. Нажимаем Enter. Все, операция успешно завершена. Также, если мы хотим убрать главную, да, соответственно, вот копируем вот этот вот параметр. Нажимаем Enter. Операция успешно завершена. Если у вас есть OneDrive, также мы его с вами убираем. Нажимаем копировать. Вставить, да. Так. Ага, нажимаем Enter, операция успешно завершена. И вот по поводу нашей галереи, которую мы с вами там видели, то же самое. Нажимаем копировать, нажимаем так вставить, ага, и нажимаем Enter, операция успешно завершена. Перезагружаем наш компьютер, вот, и после перезагрузки мы видим, что наши папки сверху исчезли. Там, если у вас две папки были, галерея и главные, они исчезли. Если, например, у вас был еще OneDrive, он также у вас исчезнет. Вот, инструкция рабочая, пользуйтесь на здоровье, все команды я вам оставлю в описании, ну и также чуть позже сделаю текстовый обзор на данную тему. На сегодня все. С вами был AlexShare Обзор IT. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Смотрите наши обзоры. Всем удачи, всем пока-пока.